давніх давен українські дівчата любили себе прикрашати різноманітними квітами. Сьогодні ми навчимося разом із програмою «Вінтаж» робити такі квіти, але з більш сучасних матеріалів. Допоможе нам це робити Тетяна. Доброго дня! Здравствуйте! Що ми будемо робити і з чого? Ну, сьогодні ми зробимо такий мак, как бы основу, и потом дальше можно будет сделать либо сережки, либо кольцо, либо какой-то кулон, либо уже браслет собрать с цветов. Сегодня мы сделаем мак. Что мы начинаем делать, что для этого треба и взагалі яка кількість матеріалів? Для этого я использую полимерную глину вот этой вот фирмы. Это как бы пластилин, только После того, как слепили изделие, мы его запекаем в духовке, и оно становится как пластик твердым. Угу. Вот. Мы берем сначала черный, сделаем серединку мака, и из красного лепесточки. Угу. Давайте один перчатки, потому что черный очень мажется. Отрізаємо кусочок пластики. Це так само легко робити, як з пластиліну, так? Да, як в дитинстві да. Ми робили. Просто більше треба на деталі зважати. Да, можна робити як великі якісь предмети, ізделія, так і от дуже мелкі, маленькі. Угу. Чи важко його розминати і створювати? От? Самое необходимое. Не, в принципе, мягкий такой же на ощупь, как и пластилин. Главное хорошо размять, чтобы он хорошо получились мелкие детали, чтобы они не рассыпались потом, а хорошо держались. Вот делаем бороздочки такие, как на головке мака. Берем нож и чуть-чуть вот так от серединки придавливаем к краю. С оставшегося тоже материала откладываем эту часть, делаем такие вот тычинки. Угу. То есть мы раскатываем. Также мы одели перчатки, чтобы вот пыль, которая на руках, там грязь, не оставалась на пластике. Особенно если это светлая какая-то, белая или желтая, то оно очень видно, что пыль. Берем вот так вот и загибаем краешек, чтобы получилась какая-то такая тычинка, вот как настоящая. И потом мы ее приклеим сюда к маку. То есть такая вот серединка цветка. Можно также экспериментировать с цветами, добавлять зеленый, потом покрывать краской какой-то оттенка. Я, например, вот здесь покрывала тенями зелеными. Вот такой перламутровый получился. Дальше мы будем делать лепестки на маке. Берем красный цвет. Черный мы ложим в сторону. Угу.
Лепестки лака мы будем делать без перчаток, так как, когда вы лепите, остаются отпечатки пальцев, получается, как настоящие прожилки на цветах. Разделить главное. Четыре равные части. Это будет у нас четыре лепестка. Угу. Берем один кусочек и тоже катаем с него шарик. Скатали, потом пальчиками вот его делаем. Такой вот лепесточек. Все остались отпечатки пальчика вроде прожилки. Лепесточки. Теперь наш лепесточек мы клеим к основанию цветка. Дальше мы берем еще одну заготовку и также сама разминаем его в руках. Если осталось что-то лишнее, вот тут снизу, можно срезать кусочек. Также клеим с другой стороны лепесток. Дальше мы продолжаем. Из наших заготовочек делаем лепесточки. Всего будет 4 лепестка. Если он тут чуть-чуть рвется, так я думаю, это ничего страшного, потому что в природе маки тоже лепестки, они рвутся и все. Уже пластика должна быть хорошо размята, чтобы получились тоненькие лепестки, и пластика не трескалась, не ломалась. Дальше мы запекаем его в духовке, мак. Так, как указано на пластике, который ми використовуємо. Зазвичай матеріал, на якому запікаєш, і скільки це часу потрібно? Ну, этот треба запечь полчаса в духовці при температурі 130 градусів. Угу. Так. І далі ми вирішуємо, це буде колечко. Якщо це колечко, просто його запікаємо, потім клеїмо на таку вот основу. Якщо це будуть сережки, ми робимо здесь небольшое отверстие. И вот запекаем. После запекания мы вкручиваем вот такой вот штифт зубчиками, чтобы... Или можно изначально, чтобы... И дальше мы цепляем либо такой швензы называются для сережки, либо, если это будет браслет, дальше колечко, то есть собираем вот. Сегодня мы сделали такие вот сережки-маки. И хочу пригласить всех жителей и гостей города Черкаса на выставку-ярмарку изделий ручной работы, которая будет проходить 3-4 марта в художественном музее. На выставке будут проходить также мастер-классы, и вы сможете научиться сами сделать какое-то себе изделие, либо это открытка будет, либо это тоже какое-то украшение из пластика или в различных техниках. I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love.
Сьогодні ми з Тетяною навчилися робити прикраси для українських жінок, і, зокрема, черкащанок. Зустрінемося в наступній програмі, і там ви дізнаєтесь ще багато чого цікавого.